Дмитрий Науля. 15 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 18, плюс 19 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается значительная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 17, плюс 21 градусов.